У нас есть точная информация, что агрессивно настроенные молодежные группы, организованные радикальной оппозицией и финансируемые из-за границы, завтра и послезавтра планируют совершить насильственные действия против грузинского парламента и полиции. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кабахидзе на брифинге. Он предупредил оппозицию и заявил, что каждый будет нести ответственность в рамках закона за насилие. Премьер также призвал сотрудников правоохранительных органов проявить максимальную сдержанность. По его словам, жесткая реакция на преступников, привычная для полиции США или Франции, не должна быть приемлемой для грузинских правоохранителей. Напомним, что 17 апреля грузинский парламент в первом чтении одобрил законопроект об иностранных агентах. С тех пор в стране не утихают протесты. Оппозиционные силы требуют законопроект отозвать, так как опасаются, что он подорвет интеграцию с ЕС после того, как Грузии был предоставлен статус кандидата в декабре 2023 года. Протестующих активно поддерживают США и Евросоюз.